Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Хальди, и мы с вами продолжаем выживать в Don't Starve. Мы делаем последние приготовления. Все части посоха уже собраны. Нам осталось только запастись тем, что мы хотим взять в наше путешествие в другие миры. И я решила, что, скорее всего, это будет еда. Ну-ка, быстро родился. Мы сейчас сделаем тефтелек. Можно больше. Чтобы, если что, не голодать. Так, знаешь, я думаю, что самое время немного подтопить костер, а то яйцо может замерзнуть. Что у меня почему-то получается только прокармливать себя. Яйцо не потеет там еще. Ворона, брысь, мой заяц. Иди сюда, красавчик. Не знаю, что делать с этим яйцом. Как-то прогресса я особого не вижу, к сожалению. Так, пойдем еще траву собирать. Чем больше у нас будет ловушек, тем скорее мы закончим. Мы еще вообще не начали даже впрок. Мы пока только кормимся. Так, тут трава где? Наверху. Побежу. О, я забыла про вас. Глязя. Интересно, около них трава не растет, или они ее съели. Учитывая их характер, я не удивлюсь. Так, пищевые добавки к крольчатине. Хорошо. Уилсон, с головой пока все нормально. Да не очень, честно говоря. Давай пособираем немного цветов. Господи, у тебя от дождя так все плохо. Тебя в детстве бил дождь. Ужас. Главное, без лягушек, пожалуйста. Или с лягушками, но я сейчас подойду тогда к глазам. Пусть развлекаются. Они друг друга стоят. Ага, так и знала, что что-то пропустила. Уилсон, ты, главное, особо не нервничай. Это просто дождь. Если что, у нас есть факел. Если что, мы сделаем факел. Скло полень заперт где-то. Между... В общем, между ним и нами целая шахматная братья. Так что все нормально. Мне бы еще, правда, пучок травы. А, вот, прям как по заказу. Я бы услышала лягушек. Блин. Вашу шмашу. Слушай, птенец, давай ты вылупишься и дашь им всем закурить.
Только не на мою базу, пожалуйста. Черт. Сгорите, ради бога. Огонь очищает. И, в принципе, если что, можно напялить броню, взять. Тише. Пошла в жопу. Прости, господи. Меня даже мраморная броня не спасает от лягушек. Так, Уилсон, сними ее пока. Ты мне медленно бегаешь. Так, и нам, по-моему, разбили яйцо. Вот, твари. Пошли вы в задницу. Не хочу с вами больше быть рядом. Какого хрена вы прыгаете за мной? Так, слушай, сделай мне одолжение. Нам нужен пепел, чтобы вылечиться. Получил желез, у нас хватает, а вот пепла нет. И не надо на него стоять и смотреть. Слава Богу. Так, надо поторопиться. Проклятые лягушки. И даже не вздумайте возвращаться. Так, Честер. Блин. Она, по-моему, попалась в этот. Может, они в ловушке, правда, попадутся. Честер, у тебя, что ли? Железо. Да, отлично. Молодец. Так, выживание. Так, уже получше. В теремочке. Ага, лягушка. Кстати, а это интересно, можно их водить тут. Так, Честер, смотри, у нас, по-моему, первый, так сказать, приплод. Сбрось. Опять попалась. Отлично. Все, я понял. Слушайте. А, там дефицит в холодном приеме всех этих ресурсов. А было бы, знаете, очень так неплохо. Да положи на место, господи. Очень так неплохо, если бы мы... Так, а ну-ка давай сделаем из лягушек обед. Так, сам пока возьми. Так, факел можешь сделать? Да. Нам нужен пепел. Лягушка, хочешь сгореть? Пошла вон. Или иди за мной. Блин, заяц не вовремя. Это креативный способ борьбы с лягушками. Где тут еще норки? Так.
успокойся. Стоп, мы же положили лягушачьи ножки. Из них тоже делаются тефтели. Потрясающе. Да. Ну, круто. Уй! Так, слушай, Уилсон, нам надо до заката успеть. А, слушай, у нас же тут... Есть отличный уголь. Надо успеть вытащить зайцев потом. Будем заманивать туда лягушек. Мне показалось, там кто-то большой был. Так, ладно, птицу не получилось сделать. Получится в следующий раз. Да, сбрось пока тоже. Так, давай, лягушка, это и ягоды. Лягушки, можете прыгать сюда, я вам освободила место. Ага. Запрыгивай в ловушку, не стесняйся. Специально для вас. Так, это что за зелень? А, все равно эти в теле, хорошо. Так, этого, по идее, нам на ночь хватит. Опять лягушка попалась. Тупёртое создание. Санок, не простаивай, нам тут долго. Природа намекает, оставаться нельзя. Почему-то в ловушке, в которые угождают лягушки или пауки, они сразу мертвые. Лежат там. В новом мире. Так, остались одни ноги и зайца. Фу, представляю, какой-то на вкус. Странное сочетание. Так, кстати, мозг нам тоже пора подправить и сделать себе новую шляпу. Все, Уилсон, главное, не нервничай. Все хорошо. Это мы съедим. Честер. Дай-ка мне паутину, мне нужна шляпа. Я думала, что я в ней и прохожу до конца этого приключения. Спасибо. Ты настоящий друг. Так, шишки, шишки, шишки. Может быть, теплую одежду, кстати, захватить? Мы ее не умеем делать, а та шапка, она в плачевном состоянии. Нет, лучше иду. В конце концов, по холоду мы ходим в основном, чтобы найти еду. Правильно? Так, сколько у нас уже? 4 порции? 4. Надо еще, надо хотя бы десяток с собой взять. Да.
Давайте без лягушек дополнительных. Дура. Простите. Так. Примочку мне. Спасибо. А что, неплохой способ ловить дурёх. Так, пойдем поищем еще какие-нибудь кусты, цветы, что-нибудь. Давай собирать семечки, будем ими перекусывать. На крайняк. О, так, материал для ловушек. Куда ж вас столько берется? Вот бы натравить одну лягушку. Стоп, а почему ее не убивает щупальца? Мне что, щупальца напомнить тебе, что ты умеешь? Ладно. Что-то мне не хочется. Может, они подружились. Материала хватит еще на одну ловушку. Ставим ее вон туда, пределы видимости. Сами пока, Уилсон, будем перебиваться, чем мать-земля дала. Молодец. Огороды мы так и не разбили. Ну ладно. Бифалом, кстати, не нашли. В прошлом приключении они были, я помню точно. Можно еще что-нибудь спалить, получить пепел и еще подлечиться. Давай, кролик. Ага, это судьба. Мне показалось, или кто-то сейчас ступил большой ногой. Блин, неужели он как-то перебрался? Не знаю, может, правда нам хватит. Трава выросла. Конечно, не смотри на меня так плотоядно, ты меня пугаешь. Спали. А, копье. Где-то я выкидывала камень тут, по-моему. Я, наверное, уже подобрала его. Так. Так, 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 так. Лягушка. Лягушка. Я, по-моему, втолкнула туда. Так, лягушки. Лягушки, вы где?
У них весело так ловить на самом деле. Так, материал. Должна поставить еще одну. Так, палочки нету, да? Это очень плохой звук. Я все-таки надеюсь, что у меня очень хороший слух. Я его слышу из-за моря. Потому что я очень не хочу, чтобы он пришелся на... Лягушка, хочешь со мной пойти? Блин, вы, оказывается, полезными можете быть. Прямо откровение для меня. Нет, я не тусан, ты чего? Это далеко. Эту кашицу. Можно ее кинуть? Дойди. Она меня нервирует немного. Нельзя, ладно. Как, просто как свидетельство моей неудачи. Так я не вижу, там где-то... Точно прыгал кролик. Кинь обратно. Так, казанчик. Еще тефтели. Давайте до десятка наготовим. У нас там 5 или 6. 6. И потом пойдем. Осталось немного. То, что сейчас готовится, мы съедим. Давай, просыпайся, страна. Так, где еще что вкусного можно найти? Сбегать, глянуть, не появились ли там новые ягоды. Хотя вряд ли так быстро. Но холодильник, я, честно говоря, думала, что в нем вообще ничего портится не будет, а оно так просто чуть медленней, может быть. Тут ожидаемо еще ничего не успело вырасти. Лягушки, можно вас согреть? Потащить на глаза. А было бы весело. Черт возьми. А, это просто сухое дерево. Тогда давай это углем хоть потопим. Эй! Где все лягушки? Я сейчас их притащу оттуда. Кому? Эй! Ты не должна перепрыгивать ее, коза. Зайцы, вы издеваетесь? Давайте скорее. Так, кстати. Пойдем сделаем копье. Так, веревка нужна. Веревку мы сделаем. Так, копье. Теперь в магии шмагии. А, сапфир нам нужен.
и веревка, наверное, чтобы привязать его. Да нет. А, мы далеко стоим. Понятно. Все, продадим. Так, кролики, что так вяло? Я так никогда от вас не уйду. Лягуха, иди сюда. Лягуха. Ну или не надо. Беги в ловушке, придурок. Ага, вот так, да. Именно так. Так, тут есть прогресс. Небольшой. Так, пожалуй, не будем уже ждать до 10. В смысле, до 10 порций, а утром завтра пойдем. У нас их что, штук 8? Нет, 7. 7. Да? Да. Ну, тоже хорошо. Или найти какую-нибудь фигню. Нам по-любому сейчас что-то надо будет съесть перед дорогой. Дайте мне какой-нибудь куст, пожалуйста. О, спасибо, всегда бы так. Ну, не совсем здоровая, но в принципе. И не особо уж и больная. Давай, нам должно хватить древесины. На всякий случай возьмем про запас с собой еще. Замечательно. Так, поужинаем нормально и позавтракаем заодно. Так, нам трава нужна, если что, для костра. В принципе, мы можем сложить лагерный костер, но лишним не будет. По-моему, в тот раз мы тоже шли на 44-й или на 45-й день. Надеюсь, это неплохое предзнаменование. Потому что все помнят, чем закончился тот поход. Молодец. И это мне. Ням. Еще есть старые деревья. А у тебя есть лопата? Отлично. Давай тогда вот так поделаем. Ты спи, а я поработаю. Кто так спит? Лягушка, что ли? Храпом здоровым. По-моему, они и днем прекрасно бегают. Так.
теперь, Честер, сейчас я тебя буду будить. Пора собирать все, что нам нужно. Так. Два. Тут ничего, все в Честере, что ли? Дружище. Так, лопата, дерево, камень. Вот это все тебе. Нам нужно копье. Нет, это дай мне секунду. Сделай еще одну. Господи, веревка. Веревка. Копье. Я боюсь, что нам не хватит. Так, возьми для начала это. Так. Из холодильника. Это. Это сними пока. Ты медленно слишком. Так, ну. Все, что хотели. Стоп, золото. Честер в тебе? Нет. Вот оно. Подожди. Так, золото, мрамор, камень. Мрамор. Блин, чуть не забыли. Лови. Все, побежали. Вроде все, что хотела, взяла. О, боже мой. Ребят, хотите к высоким птицам? Эх, жалко, вы не видите, что там позади творится. Так, я помню, вот по этой дорожке надо вроде бы бежать. Куда все дерево делось, его выкинуло, что ли? Замечательно. Так, ага, туда. Блин, я не вижу дерева, ребят. Значит, нам нужно в любом случае в один, так сказать, трай это все делать. Птица отвянь. Так, сначала снимаем вот этого красавца. Мы не можем догнать. Кому ты навалял усы? Наваляющий. Чтобы все заработало. Рычаги картофелина активировать. Честер, мы с тобой ненадолго должны попрощаться. Я надеюсь, что все пройдет хорошо. Так, все. Привет, Максвелл. Пожалуйста, пусти меня на вторую главу. Очень тебя прошу. На-на-на, смешно. Глава вторая, пожалуйста.
Мы продолжим уже в следующий раз, а пока что спасибо, что были со мной, и до встречи.